Мечты — это семена поступков. Нам всем стоит об этом помнить. Вот о чем я говорю. Крупнейшая регата в истории. Я уже подал заявку. Ты серьезно? 9 месяцев на яхте одному? Ты пьян или безумен? Надо пропустить еще по стаканчику, чтобы исключить безумие. Позволь напомнить, что у тебя нет яхты для такого плавания. Ну так построим. Вы когда-нибудь делали что-то подобное? В этом и смысл. Если я смогу это сделать, то вдохновлю и остальных мечтателей. Я вкладываю деньги, а что вкладываете вы? Все остальное. Я думала, мы строим лодку, и не могла предположить, что ты правда на ней поплывешь. Но для этого и нужны лодки. Обещай, что вернешься домой. Уверен, вы в курсе, что вас ждет, если откажетесь. Оставьте сомнения нам на берегу. Удачи, папа! Возьмите свою мечту в море. Одному человеку на яхте приходится очень нелегко. Море не знает пощады. Где сейчас лидеры? На 3000 миль впереди Дональда. Если я продолжу путь, мои шансы выжить будут 50 на 50. Если поверну назад, меня ждет крах. Я не могу продолжить и не могу вернуться домой. Так какой у меня выход? Я сейчас тут. А если сказать им, что я здесь? На этой неделе в центре внимания Дональд Кроухерст. Ему удалось достичь невероятной скорости. И что теперь? Это же новый рекорд! Я совсем один! Я думал, из меня выйдет игрок лучше. Дональд Кроухерст хотел прославиться. И его мечта сбылась. Мы тоже виноваты. Мы давили на него. Мы всегда будем вместе. Как бы далеко друг от друга ни были. Завтра и всегда моим детям будет нужен отец. А я буду скучать по мужу. Жить. Жить надо уметь. Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы придать жизни смысл. Гонка века.